И все, привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ Дэн, Кирилл Геймер, Мистер Патрон и Тучка, Фуфлу, какую то, Фофлекс, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет, ОЛТВ. Всем привет. Мы скачали очень классный мод, называется Black Mesa. Ребята, это что-то новенькое в Гаррис моде, потому что это танки NPC, которые управляются искусственным интеллектом. Если опять кушайте, приятного аппетита, у нас обзор мода. У нас сегодня обзор крутого мода и мочилова. Погнали. Абрамс, смотрите. Это все искусственный интеллект. И кажется, что это управляет настоящий человек. Смотрите, у него пулеметы есть. И пушка, которую он реально может стрельнуть. Смотрите. А он не стреляет? А давайте отойдите подальше от него, чтобы он стрелял с пушки. Хочу показать всем подписчикам, как это вообще происходит. Он сейчас меня стрелял. Я так и знал, что я животом поймаю патрон. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. О, я прям внутри. Он меня переехал. Что? Так, ладно, пацаны, давайте, короче, его быстренько мочим. Как раз покажу, как они взрываются. Ого, пули как классно отлетают от него. Искры такие, прям дырки, смотрите, остаются. А, нет, дырки не остаются, показалось. Давай, давай. Красиво. Он еще и горит так эпически. Смотрите, гусеницы прям разлетелись. Вот, смотрите, куски танка валятся. Интересно, можно физганом эти куски брать? Это прям физические куски. Классно сделано. Так, поехали у нас Абрамс Олд. Ой-ой-ой, мгновенно замочил всех. Представляю, когда я их поставлю штук 10, ребята, это будет что-то. Это будет эпический ролик, поэтому досмотрите до конца. И не забываем лепить лайкосик. Да что ж ты под пули лезешь? Ой, я, кстати, уклонился от снаряда. Не мочите его. Ай, это было больно. Ого! А чем ты стрельнул? А, ты с пушки стрелял? А, ну ты читер, конечно. Но ничего, зато посмотри, как он красиво взрывается. Ой, смотрите, что у нас еще есть. Alien Aircraft. Только не убивайте его сразу. Я хочу показать. Ой-ой. Смотрите, он с неба пускает какой-то лазер, который все уничтожает. Прощай. А я бегу еще. А ты живой? Да, от него легко. Я хочу, чтобы он меня убил. Ой. Ладно, давайте мы поставим здесь, прямо надо мной. Прощайте. Ух ты, я просто сгорел. Нифига себе, смотрите, смотрите, как его мочат. Давай, давай, давай. Посмотрим, как он вообще взрывается. Он просто исчез или это вы его удалили? Он исчез, походу. Хорош, понял. Апачи. Апачи. Представьте, какие можем теперь эпические ролики записывать с этими NPC-шками. Защита базы, например. А вертолет уже, пацаны, посложнее, да, сбивать? Я вспомнил, что со мной играют психи. Вот это от него дым, только не удаляйте его, пусть дымит. Офигенно дымище идет. Так, следующий у нас Black Ops Apache. Этот уже с ракетницами, который просто может жестко выстреливать мощняцкими ракетосами. Вы псих, я ж вспомнил, вы неадекватные. Хорошо, когда я их поставлю штук 10, я посмотрю, как будете выливать. Хаммер Тоу. О, только не стреляйте, не убивайте его сразу. Давайте посмотрим, как у него ракетница работает. У него нет пулемета, у него чисто ракетница. Похоже. А, ну как он... А, близко не стреляет. А, давайте отойдем подальше все. А, на дальнее расстояние рассчитан? Да. Бум! Это было эпи... Ой-ой-ой, а я успел уклониться? Красиво, чуть пушку твою не взорвал. Да вы психи. Так, поехали дальше, лав. Ого, это подкалиберное мощное оружие. Где-то 30-миллиметровое, наверное. Бам. Хороший был танк. Пацан, тут запаска. На, после ролика заберешь. О, бесплатно. Так, последний у нас Лау Олд. Блин, ну реально не отличить от человека. Так, очищай карту, теперь мы начинаем жесткую войну. Сейчас отключим искусственный интеллект. И давайте для начала мы поставим 5 танков. Вы готовы, пацаны? Да. Надеюсь, этот Гаррис мод сегодня не вылетит, потому что я в конце задумал очень что-то эпическое. Поехали. Что там, пацаны, не выжили, да? Давайте попробуем просто... Сколько секунд я продержался? Блин, я даже не продержался, не... Ай, вы психи! Ай!
Ой-ой-ой, сразу два танка за то, что рядом стояли. Ай, надо бежать, надо бежать. А, вы пушками всех уничтожили. Хорошо, хорошо. Ух ты. Промахнулся. Косожоп. Аж подлагивает немножко. Ё-моё. Красиво разлетелся. Он всех уничтожает. Ух ты! А вот теперь, ребят, это была разогревочка. Вы думаете, что это все так просто? Нет, сейчас начнется веселье. Вы готовы? Да. Ой, стой, стой, они друг в друге застряли. Да вы задрали, психи! Мы уже сразу знаем, что... Куда? Ой, ребята! Вот это жесть! Битва! Апокалипсис в Гаррисмоде! Все в дыму, все горит! Я даже ничего не успеваю сделать! Просто жесть! Ой-ой-ой! Блин, я люблю такие ролики! Да что ж вы будете делать? Они софтеры! Они четко, если бы они еще друг друга лекали? Ух ты! Ну да, они не промахиваются, искусственный интеллект, он такой. Он очень мощный. Как убежать? Как убежать? Никак не убежать! О, вот. Вы что-то вообще видите на карте? Это жесть просто! Дэн, хорош! Монетку, все использую. Вы читеры, пацаны. А мы от Сани отхватали. Падает, падает! Я представляю вообще, сколько будет смертей в этом ролике у нас. Нереальное количество. Я слышу, как-то где-то вертолет гудит. А, я сейчас не добегу до укрытия. Вот он падает, давайте поможем ему. Падай, щенок, падай. На. Куда? Что? Так, ну что, давайте начнять битву. Нифига себе, сколько патронов в меня прилетело одновременно. ЛТВ, ты чего их фигачишь? Я с тобой здесь постою. Хорошо. Надо тоже какое-то оружие взять. Во! Согласен, вот это мощь. Так, ну что, вижу. Вижу цель. Ой-ой-ой. Вот это вообще. А, наверное, моя пушка не долетит. Вот еще, повыезжали. Ох ты. Я понял, что можно убивать их, чтобы легко вот. Ай. Что? Ты что, я примагнитился аж, блин, к стене прилип просто. Ай, надо зайти сюда. Это жесть, поймал патрон под мышку. Да, это эти? Да, это лазеры сжигателей, которые все сжигают. Короче, надо в здание лететь. А, я даже не успел полететь. Это жесть просто. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, в чем, пацаны, кто не сыт выбежать резко? Уже выбежал. Я, короче, попытаюсь выбежать и хоть секунду прожить. Бегу, бегу, бегу. Есть, я смог. Отлично. Пацаны, вы что, застряли? А, я ж помог вам. Я перебегаю. Давай, давай, ты сможешь. Блин, со всех сторон искры лупашат. А тут легко убегать. А, кстати, да, от них реально легко убегать. Они, кстати, медленные просто. Да, это классно. Так, я сейчас залечу в здание быстренько. Забегу. И возьму оружие, которое должно их красиво убивать. Давайте все-таки попробуем этим оружием. Ну, не знаю, получится или нет. Что-то. О, та же базука. Моя любимая, кстати. Но и с нее сложно попадать. Я же знаю, что она такая не очень меткая. Надо как-то на весик уметь стрелять. Да. Так, я взял себе патрончиков 40. Кстати, у меня еще 100 хп. Вот это тут птица этих разлеталась. Я не могу никого убить. Эти патроны что-то их не берут. Нифига себе, сколько у них жизней. Я разозлился.
Я очень тебя... Еще одного убили, молодцы, пацаны. Потихонечку нагибаем, да? Ага. Это надо раз 9 попытать. Сейчас, пацаны, я их убью. Главное, чтобы мы живы остались. Фига себе. Я помог я им? Ой-ой-ой, я убегаю лучше. Да нет, там они должны выжить. Я все здание там должен был разрушить. Нифига. Капец, это эпично выглядит. Это очень красиво, ребята. Я же говорил, что будет эпический ролик. А я всех убил? Наверное. Ну что, ребята, финальная битва. Сейчас я, короче, их расставлю прям по линиям обороны, чтобы было прям сложно нам. Здесь мы поставим вот таких вот 5 танков. Дальше я поставлю 2 вот таких вот, 3 танка. Потом поставлю... Так, вертолеты мы не будем ставить, потому что они будут между собой воевать. Кстати, да, эти NPC между собой может реально жестко мочилово устроить. Так. Как будто в реале так много ставят. Ну да. Так, и вот здесь будет последняя у нас. Было бы еще классно, если бы NPC, да, в них залазили и вылазили. Было бы вообще эпически. Техника разрушается, они выходят. Так, ну что, давайте все забегаем. 3, 2, 1. Ой, смотрите, как пули летят. Просто сейчас уничтожим. Но... Я боюсь выходить, пацаны. Не выходи. Это страшно. Ух ты, через стену уничтожили. А, блин. Меня просто порошок растирает. Я не могу возродиться. Я успею. Я успеваю. Я бегу. Я успеваю. А как? Как нам выжить, пацаны? Вот там челлендж. Давайте попробуем как-то выжить. Это когда в GTA 5 на военку заехали. Вот. Вот. Ё-моё, нет. Да блин. Мгновенно. Они между собой, что ли, воюют? Они это вы их уничтожаете. А! Как вы это делаете? Да ё-моё. Все, я знаю, что делать, смотрите. Еще тут машина есть только сейчас. Все, я знаю, что делать. Все, я знаю, что делать. Все, теперь я точно знаю, что делать. Ё-моё. Вот теперь я знаю, смотри. А блин, что за невидимая кабака там? Ну блин, не знаю, я никого не могу убить даже. Как они вообще там горят? Что там происходит, если мы все мертвые постоянно? Так, я пока не возрождаюсь, я жду, что будет дальше. Все. Я сейчас разозлюсь, танки. Вы даже мне не представляете, насколько что я за могу. Оружие, я не могу. Это я будет... могу разозлиться. Я бомбы взорвал там, когда трупом валялся, чтобы их уничтожить. Ну, короче, мы эту битву проиграли. По-любому. Это 100%. Тут не выжить. Откуда оно стреляет, чучело это? О, надо бежать вокруг карты. Блин, 12 хп, совсем мало. О, и тучка, ты тут? И я тут. Да я. Шальная и... пуля, пацаны. И я тут, да. А! Ты, блин, жопа. О, давайте, подождите, я удалю этот танк, потому что мы в нем спамимся. Это не сильно удобно. Вот, я успел. Я успел. Ну что? Иди сюда. А, вот так, да, значит? Мы с тобой не успели обменяться любезностями. Да сколько ж тебе пуль надо, а? Вот это тут психи одни. Так один танк и так кошмарит нас. Представляете, что творится? Да ё-моё. Убил лава какой-то. Так колоп... Бан вонючий. Есть! Я ему отомстил, пацаны, за все разы. Откуда стреляет эта лава? Лава-лава. А кто это? Где она? Что это за техника вообще? А! Вон она стоит. Пацаны, за речкой аж там стоит. А смотри, как метко поп... Как ты это делаешь? Я отомстил, пацаны. Все. Давайте проверим, точно мы всех уничтожим. Блин, ну это была, скорее всего, не битва. Страдание какое-то. Сколько тут сгоревшей техники, пацаны. Это просто трэш какой-то.
Давно мы такого в Гаррисмоде не устраивали. Кто стреляет? Где-то еще стреляет. Да не, вроде бы. А меня вот убили, смотри. Абрамс. Кто еще за Абрамс? Кто оно такое? Где оно? Это Андрей, ты где? А вот я вижу его, он там стоит. Этот. Сгоревший вот почти что техники. Ай! А, нет, это не он. Чё? Ай! Может, он за домом где-то? Может, он в доме? Где это? А может, он в воде? Он в воде! Ай, фу, читак. Ну все, пацаны, зачистка. Давай. Уходите, улетайте, убегайте. Ну все, смотри, сколько до него бомб летит прямо в воду, где он стоит. На. Бу. Это трэш. Это что-то на крысу из воды по нам стрелял? Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!